Ну так мы придем собачий круг наш. Ольку, полегоньку, на тоненькую ниточку. Вот наши любимые собачки. Сейчас вот он седой, кажется, постираешь, он черный, блестящий, такой длинный. Сначала прибьем, потом стираем, потом только вяжем его. Вот так вот. Это процесс долгий. Пока вычешешь, пока натеребишь его, почистишь. Ты мне придешь. Ниточка ровненькая получается. Придешь на тонкую, хлебешь на ниточку. И сколько я себя помню, всегда собачий круг пряли на хлебешную нитку. Вот так вот, не торопясь. Угу. Можно даже с цветной ниткой вязать, и потом эту ниточку не видно, потому что пух распушается. Кости почти нету. А если бы была, она все равно бы высыпалась. А в вязаном изделии вообще не держится. Так. Долгими зимними вечерами времечко коротаем, да? Какая-то ниточка получается. Перепад энергии, что ли, что-то на потише стало тянуть.